Сотни южноказахстанцев в эти дни получают дипломы в павлодарских вузах. Они приехали в Прииртышье по программе «Серпан» и уже скоро приступят к работе на местных предприятиях. Металлургия, энергетика, химия и нефтехимия, а также педагогика, медицина и сельское хозяйство – это сферы, где наиболее востребованы молодые специалисты. Репортаж Салауата Тимирбулатова. Зубрежки, экзамены, зачеты, волнения и переживания. Для Жасура и Рахмана все это уже осталось позади. Молодые педагоги получили распределение и остаются работать в Павлодарской области. Диплом в руках, а значит, все было не зря. Буду работать в городе Аксу. Я приехал из села Колкент Сайрамского района Туркестанской области. Нас в семье четверо детей, я старший. Сестренка по моим следам тоже приехала учиться в Павлодар. Павлодарский педагогический университет – один из первых участников программы «Серпан» и первым в прошлом году выпустил 135 специалистов. Сейчас здесь образование получают свыше 600 юношей и девушек из южных регионов Казахстана по 17 специальностям. Большинство из них остаются в Прииртыше и связывают дальнейшую судьбу именно с этим регионом. Очень старательные и трудолюбивые ребята. В Прииртыше дефицит педагогических кадров, поэтому после учебы стараемся всех 100% трудоустроить. Главное не лениться, а работа найдется, говорит молодой учитель истории Ибрагим Булатбек. Он родом из Алматинской области, ему очень понравилось в Павлодаре. Я бы хотел здесь остаться, в дальнейшем поступить в магистратуру и... Даст Бог, может, и в докторантуру. А вот в университете имени Турайгырова в основном готовят инженерные кадры. По программе «Серпан» здесь учатся больше 500 ребят. 22-летний Бахдаулет из Туркестана уже устроился по специальности на алюминиевый завод. Это моя комната. Живем втроем с ребятами. Нам создали все условия. Тут наша мини-кухня, а еще есть буфет наверху. Завтра выхожу на смену. Почти все студенты где-то доустроены. Многие на время учебы подрабатывают барменами, официантами или санитарами. И сами себя полностью обеспечивают. Южные регионы, они густонаселенные, поэтому молодежи порой тяжело найти работу. А здесь ты востребован, и здесь много промышленных гигантов. Так что перспективы хорошие и есть к чему стремиться. Ребята из южных регионов учатся в трех вузах и шести колледжах Павлодара. Все обеспечены общежитиями. Всего в Казахстане программа охватила свыше 15 тысяч юношей и девушек. Из Павлодара Салават Тимирбулатұлы, Марат Игликов и Алексей Мельницкий. Итоги дня.